Здравствуйте, коллеги. World Food вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день, меня зовут Марат. Я представляю компанию «Все свое». Мы находимся в Красноярском крае и сами добываем, перерабатываем дары там, нашей сибирской тайги. Вот. В нашем ассортименте представлены как какие-то традиционные вещи, да, например, там, кедровые орехи, да, так и какие-то уникальные продукты, которые мы представляем как раз-таки на данной выставке. Это, например, там, варенье из сибирских трав или, например, ягоды в собственном соку, продукт, который абсолютно не содержит ни сахара, ни его заменителей, при этом обладает длительным сроком действия. Вот, собственно, стараемся всеми доступными способами как бы доносить информацию о нашей продукции. И, собственно, по этой причине мы здесь на этой выставке представляем. Расскажите, пожалуйста, у вас в месте, где производство, есть какие-то фирменные магазины или вы у местных ритейлеров уже представлены и представлены где-то в наших крупных ритейлеров федерального масштаба? Угу. Ну, в крупных сетях мы, к сожалению, пока не представлены, только движемся в этом направлении. Но работаем с какими-то небольшими сетями там, локальными, с какими-то магазинчиками натуральных продуктов. То есть у нас наш продукт, прежде всего, пока крафтовый, так скажем, да, и это наша основная фишка, так скажем. Ну, насколько я понял, за общение с огромным количеством спикеров у людей, у потребителей идет спрос на здоровые продукты и спрос на эксклюзив тоже, потому что в свое время люди уже как бы перестали покупать одно и то же и хотят все время чего-то нового, а ваш продукт явно отвечает этим запросам, потому что что-то новое, интересное, при этом максимально здоровое. Да, собственно говоря, вот данные продукты и ответ, так скажем, на все увеличивающееся количество запросов, да, в частности, на продукты без сахара. Вот, то есть начинали мы с какого-то традиционного, допустим, ассортимента, какие-то традиционные варенья из там таежных ягод, например, да, и там уже в таком тесном контакте с потребителем, как розничным, так и оптовым, мы как бы дорабатываем свой ассортимент, ну, учитывая пожелания, так скажем. И тенденции рыночные. И мы надеемся, что наша выставка подарит вам сегодня много интересных новых бизнес-контактов, и вашу продукцию наконец смогут увидеть покупатели московского региона в ближайшем магазине от дома. Спасибо вам большое. Надеемся на это. Спасибо.